Привет, друзья! В этом видео я расскажу, как я вылечился от омикрона в течение 5 дней. А вообще, какие симптомы, чем лечился, как это все протекало. Первое, что я хочу сказать, это болезнь наступает достаточно неожиданно. То есть не было никаких симптомов, ничего, просто по щелчку пальцев вот так. И все. И все, то есть у меня резко поднялась температура сначала до 38, и начала болеть голова, причем очень сильно. Я испытывал дикую усталость, то есть достаточно было сходить себе там за водой там, или умыться, и уже все, ты испытываешь по всему телу дикую усталость, и просто в некоторые моменты даже не можешь двигаться. Я сейчас не жуть нагоняю, как бы. Я это все перенес, и достаточно нормально. Вот. Это все передается очень так быстро, скажем так. Я был у родителей и заразил как раз-таки всех. Либо сам заразился оттуда, неизвестно. То есть, все выпали просто по цепочке, как домино, друг за другом. Что еще сказать по этому поводу? Вот что я хочу отметить. Все, в принципе, перенесли болезнь омикрон, ну, достаточно без последствий. Единственное, кто тяжело перенес омикрон вместе с рвотой, то есть вообще с самыми такими максимальными такими отягощениями, это вот моя мама перенесла, потому что, не знаю, не могу утверждать, но мы догадываемся, потому что она единственная, кто была привита от коронавируса, то есть в связи с тем, что она была привита, болезнь у нее протекала тяжелее, чем у всех остальных членов семьи. Вот. То есть мы все переболели где-то там за 4 дня, скажем так, вот, ну, именно тяжелый такой, тяжелого состояния 4 дня, то, что ты не можешь ни двигаться, ни разговаривать тебе неохота, то есть ничего ты не можешь просто. Вот, то у нее эта стадия продлилась, наверное, где-то в течение 8 дней. И я же говорю, то есть это все сопровождалось рвотой, вообще повышенной температурой на протяжении всего срока болезни. Вот, у меня температура поднималась максимум до 39,3. То есть как-то так. В общем, друзья, хочу сказать, не болейте. Хочу пожелать вам здоровья. Все, и успехов. Пока.